на стоянке стоит Кент. Так что давай не выебывайся, блядь. Ну, я вижу просто по факту на чем ты. Ну а какая разница, на чем я сейчас, блядь? Ну, там есть разница. Давай нахуй поехали, или ты сыкло получается по факту. Ты чё, самый умный, типа на понт берешь? Ну так ты сыкло получается? Ну так ты просто на понт берешь сейчас. Ну в смысле на понт, блядь? Ну в прямом. Да это попущенки, ладно. Пошли, сыров нормально кого-то попадёшь, можешь ты потом сразу касаться. Я тебе пускай дальше девочки. Ну давайте, девочки, короче, напишите, когда, пока, бля, детишки. Яйца найдете себе. Пока, детишки. Ну вот это ты зря сказал, конечно. Шо, блядь, давай, выходи, хули ты встал. Не, не хочу. Так что, получается, сыкло? Да мне пофигу, братиш. Все пофигу, блин. Ну ты сыкло получается. По факту. Скажи, что ты сыкло, я поеду спокойно. Да мне пофигу, делай что хочешь, слышь. Ну так ты сыкло получается? Нет. Ну в смысле, если нет, тогда выйди из машины, хули ты. Зачем? Чтоб доказать, что ты не сыкло, раз ты говоришь, что ты не сыкло. Зачем мне тебе что? Ты кто такой вообще? Вышел, что-то понты тут гнёт, берет на понт, господи, нашел тоже мне, блин. Иди детишек пугай. Сейчас это все. Кем туда, надеюсь, там не девушка, блин. Ну, да прекрасно, нет, сейчас это все богам полетит. Ну а ты не отсюда, блядь, это не будет считаться за СК, держу в курсе. Угу. Да, бля, он сдохнет, нет, сегодня? А, ну пошел в пизду, короче, блядь. Но все равно нахуй.